Итоги природоохранной деятельности в Томской области в 2015 году оказались несомненно масштабными и важными для жителей региона, организаторов и участников экологических мероприятий. В программу «Максимум» областной комитет охраны окружающей среды включил новые акции, конкурсы и фестивали. Успешно организовать и провести их экологам помогли бизнес-структуры, общественные организации и неравнодушные жители. Напомним о самых интересных. В этот юбилейный год для всех Томская область стала участником всероссийской акции «Лес Победы». Это же величайшая заслуга сибиряков вообще в победе как таковой, как фронтовиков, так и мирного населения. Хрупкая и юная Евгения Коготкова прошла всю войну, служила в должности операционной медицинской сестры. По случаю рождения Леса Победы Томичка пришла вместе с другими ветеранами и тружениками тыла в лагерный сад, чтобы посадить свой кедр, как память о Великой Победе. Все поддается тлению, все уничтожается, кроме памяти. Но память надо поддерживать. Первые 70 кедров ветераны высадили по инициативе Союза армян Томской области совместно с представителями национальных общественных объединений и Томской епархии. Мы все знаем, что Великую Победу выиграл Советский Союз. А мы сегодня представляем представителей тех республик, которые тоже воевали, наши люди тоже воевали. Поэтому, почему мы подключились, я думаю, это нормально. Нормальный человек должен был как-то, это зов сердца, зов души, мы это обязаны делать. И пусть никогда не будут забыты уроки той Великой Отечественной войны, и пусть молодое поколение, которое сегодня подрастает, будут достойными наследниками великого подвига наших отцов и дедов. На открытии были приглашены представители администрации и Думы Томской области, мэрии Томска, областного и городского совета ветеранов. К этой масштабной акции в общей сложности присоединились сотрудники более десятка организаций и предприятий региона. Это «Газпромнефть-Восток» и «Сибирская аграрная группа», «НПЦ Плюс», «Сбербанк» и «Россельхозбанк», рекламная группа «VI Томск» и бизнес-центр «Триград», компания «Модуль». Лунки для саженцев заранее подготовили волонтеры молодежного корпуса Российского союза спасателей, студенты Политехнического университета и сотрудники филиала Корпоративный институт ООО «Газпром Трансгаз Томск». Для нас это важно. Для нас важно в плане то, что это память. У каждого из нас воевали прадеды, деды. Мы это очень помним, мы знаем истории их. Главные организаторы акции – Департамент природных ресурсов и областной комитет охраны окружающей среды – отмечают, что равнодушных людей в ходе подготовки и проведения Леса Победы не оказалось. Томичи высаживали роскошные кедры высотой от метра и возрастом более 10 лет, которые были приобретены за счет средств предприятий и организаций в питомниках села Курлек Томского района. Эти саженцы имеют почти 100% приживаемость и будут несколько столетий зеленой стражей мемориала Победы. Лес Победы только в Томске объединил более 500 человек. Лес всегда был символом России. И мы решили увязать как бы эти два понятия. Ну и садить деревья этой страной — это какая-то всегда память. И эту память мы должны, наверное, перед этими уже горсткой ветеранов, которые остались сегодня, ну, показать, что мы все помним. Дай-ка я немножко покупаю. Бодрость духа – вот первый пример, который показали томские ветераны молодому поколению при посадке кедров. Василий Юдаков в 42-м девятиклассником ушел на фронт. И только в 47-м Томич вернулся с войны. В этот солнечный день свой кедр посадил с большим удовольствием и уверенностью в завтрашнем дне. Я испытываю чувство, что наша Родина в безопасности в будущем, потому что молодежь пришла в основном, ведь сегодня молодежь, ученики, и вот это, значит, внушает доверие, что будет все в порядке. –
А это еще одно, пожалуй, уникальное событие для региона – открытие первого передвижного музея кедра. Оно состоялось в парке Околица в поселке Зоркальцево Томского района в рамках областного эколого-этнографического фестиваля «Экоэтно». Над разработкой этого нового просветительского проекта работали лучшие умы нашего региона, группа ученых из ТГУ. И главный инициатор этого проекта – ОГБУ «Волкомприрода» совместно с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области при поддержке «Газпромнефтевосток» и Томской промышленной компании «Сава». Передвижной шатер музея состоит из экспонатов, которые имеют прямое отношение к кедру. Рядом уникальные экземпляры сосны кедровой из научного стационара Сергея Горошкевича. Внутри музея все, что может дать человеку это могучее дерево, поделки, предметы из кедра, томская продукция из кедра, информация о его лечебных свойствах, а также богатейшая томская история изучения кедра. Само название «кедрус» латинское было упрощено, превратили его сибиряки в кедр сами, видимо, связывая как раз с тем, что все-таки это очень величественное дерево напоминало библейский ливанский кедр. На самом деле кедр – это сосна сибирская. Вы кедровое молочко уже пробовали? Советую всем для сибирского здоровья. И масло кедровое тоже. Кедровое масло, коктейли из жмыха, кедровых орешков и многое другое могли попробовать гости эко-этно-праздника. А заодно послушать познавательный рассказ об этой продукции. Томские производители и умельцы развернули большую ярмарку, а кулинарные изыски коренных народов севера – селькупов, хантов, кетов, эвенков – удивили каждого. В качестве этнических групп в нашей губернии упоминаются и удмурты. Их стол был полон национальных блюд. Пироги с брюквой, перепечи, но перепечи они с разной начинкой делаются. Музей кедра. Казалось бы, тривиальная вещь. В краю кедровом музей кедра. Раньше этого не было. Интересно показать кедр, его место в судьбе человека, любого человека. Какое место кедр занимает в жизни людей, что из него можно делать. И делается очень много. И как он красиво вырастает. И 100 лет, и 200, и 300 лет. Сам приятно удивился, когда обратились к нам на кафедру музеологии и культурно-природного наследия нашего университета, чтобы принять участие в этой работе. Мы с удовольствием откликнулись и рады тому, что получилось. Музей будет дополняться. У нас будет и музей леса в целом, но музей кедра – это такая обособленная вещь, передвижная. Часть этих материалов впоследствии со строительства музея леса войдет и туда. Это будет составляющей. Но такой передвижной музей леса, он будет, музей кедра, он будет путешествовать по всей области и в том числе в другие регионы. Не обошлось в этом году и без традиционных экологических мероприятий. К Всемирному дню окружающей среды были проведены массовые экологические субботники. На уборку зон отдыха вблизи озер и рек вышли работники социально ответственного бизнеса, студенты и школьники, волонтеры Росспаса и сами экологи, которые объединили всех участников. Раз, два, три. Десантами активисты областного субботника выходили к прибрежным территориям, собирали мусор. В общей сложности в рамках большого эко-субботника удалось привести в порядок 13 прибрежных и особо охраняемых территорий. Собрано десятки тонн мусора. Почему человеку не тяжело принести сюда полную бутылку пива и выпить ее, но ему тяжело унести ее пустую? Я вот, честно говоря, не понимаю. Прививать любовь к природе томские экологи призывают именно с детства. Так же, как воспитывать ребенка на хороших поступках, заботе о ближнем. А чтобы экологические знания давались легко и интересно, специалисты отдела облкомприроды ежегодно трудятся над созданием образовательных экопрограмм. Это многочисленные конкурсы городского, областного и всероссийского значения. К примеру, и в этом году для всех жителей Томской области, включая самых маленьких, состоялся конкурс открыток «Томск. Столица кедра». Ребята творчески подошли к вопросам изучения природы родного края. Более 200 участников из 12 муниципальных образований прислали свои работы на конкурс. Другой областной конкурс на лучший социальный ролик экологической рекламы «Стоп-мусор-кадр».
Экологи получили около 20 работ из Атина, Северска и Томска, а также Каргасокского, Кожевниковского, Колпашевского, Парабельского и Томского районов. Над роликами работали учащиеся школы, техникумов, педагоги, бизнесмены и сотрудники предприятий. Победила работа бизнесмена Дениса Корниенко из Томска. Не засоряй природу своими деньгами. Эй! Ну ты чё, не засоряй природу своими деньгами. На втором месте видеоролик «Пусть мир будет ярким». Автор Валерий Петров, учащийся Асиновского техникума промышленной индустрии сервиса. На третьем сразу две работы «Накорми урну» Константина Голошубина, руководителя мультстудии «Махолет» из Томска. Внимание, внимание! Сегодня в городе для чистоты вашего города появилась новая урна. Она разговаривает и просит, чтобы ее покормили. А также «Чистое будущее» Юлии Емельяновой, руководителя школьного телевидения из Колпашево. С творческой задачей участники справились, а за приз зрительских симпатий борются 6 работ. Голосование проходит на официальном сайте Департамента природных ресурсов www.green.tsu.ru. Генеральный спонсор конкурса – компания «Газпромнефтьвосток». Таким оказался экологический год в Томской области. Какие события ожидают нашу программу «Экологический дневник» и ее постоянных участников в 2016 году, расскажем и покажем уже совсем скоро. Обещаем, это будет увлекательное путешествие по незабываемым местам нашего Сибирского края.